Коллективные огороды появились почти во всех районах Западно-Казахстанской области. В селе Подстёпное Теректинского района под посадку выделили 125 гектаров земли. Для удобства такие огороды расположены рядом с водоемами. Мы сейчас стоим на поле в Подстёпном. Здесь сотрудники школ и работники культуры посадили овощи. Еще одно поле находится в южной стороне поселка. Всего на коллективных огородах Западно-Казахстанской области трудится свыше 200 семей. В Теректинском районе от общей площади 125 гектаров земли 84,5 гектара занимает картофель, 28 гектаров – овощи, 12 гектаров – бахчевые культуры. Сейчас собрано почти 30% урожая картофеля, это порядка 268 тонн. Также для сельскохозяйственных работ огородникам выделяют дизельное топливо. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК-42.